Re, viss ēters ir te! Накануне в первый же день обязательного ношения защитных масок для лица в общественных местах без них были замечены сразу два депутата Сейма. Глава бюджетной комиссии Сейма Мартинш Бондарс был замечен в продуктовом магазине. Эта фотография тут же появилась в социальных сетях. Бондарс принес извинения за свой поступок и пояснил, что вышел за сметаной и забыл маску. А вот его коллега, парламентарий Алдис Гобзем, сам разместил в социальной сети Facebook свое фото, где он запечатлен в магазине без маски. При этом он явно гордится своим поступком. Я был в аптеке и просил продать мне маску, защищающую от COVID. Мне такую не продали. Я попросил предоставить мне гарантию производителя, что конкретная маска защитит от COVID. Мне ее не дали. Я обязательно должен покупать маску, которая не дает никаких гарантий. Некоторые люди не могут купить продукты, а сейчас они должны обязательно покупать маски. Ношение масок может носить только рекомендательный характер. Отметим, по данным социологического агентства СКДС, каждый второй латвиец считает, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории. Многие активно распространяют эту информацию в соцсетях, а кто-то вообще сомневается в существовании вируса. Если люди ставят под сомнение необходимость мер безопасности, это означает, что вирус умнее нас. Вирус опередил уже многие процессы в мире и в Латвии. У нас есть возможность сейчас с ним посоревноваться, не допустить, чтобы он нашел себе новых хозяев и распространился в обществе. Поэтому, я думаю, наши ограничения вполне можно соблюдать. Дистанцирование и использование масок для лица в больших скоплениях людей – это норма. Напомню, с 14 октября маски нужно носить во всех общественных местах Латвии. Это касается магазинов, автостанций, вокзалов, заправочных станций, аэропорта, культурных и религиозных учреждений, библиотек, поликлиник, почты и так далее.